Приветствую всех! Новое видео у нас, и в этом видео я продолжу рассказывать о том, как происходит запуск морского аквариума в Минске. 270 литров – это чистый литраж данного аквариума. Сегодня мы это уже все проверили, когда солилась вода. Каждые 5 литров воды делалась отметочка. Сегодня уже, когда заложили камни, окончательно досолили воду, получилось 270 литров ровно. Соль Marisol Reef. Это соль, которую я использую в домашних своих аквариумах, наверное, уже около полугода. Мне она нравится. Ну, единственный момент – это растворение. Тут тоже были определенные моменты на стекле. Это непонятные серо-коричневые точечки, которые, в принципе, ушли. Но в целом соль действительно очень классная. Мне нравится. Камни, если кто-то помнит, я уже в Телеграме у себя выкладывал, как дома пробовал собирать из них скейп. Это 13 килограмм, точнее 12,6, если мне память не изменяет, килограммов живых камней. Вышло прикольно. Много арочек. Это еще не окончательная конструкция. Первоначально мы планировали для запуска вот такое количество камней. И вот сейчас уже, в принципе, видно, что порядка где-то еще, ну, наверное, 4 камня надо. И уже, в принципе, будет довольно-таки интересная, классная, довольно-таки композиция, в которой будет место и поплавать для рыб, ну и в то же самое время будет достаточно места для того, чтобы можно было засаживать коральчиками. Аквариум однозначно сразу ожил, когда была просто вода, еще не было даже песка. Выглядел как-то так, ну как просто как емкость с водой. Все уже сегодня настроили, запустили по аварийке. Вот если видно, ну видно, конечно. А как обычно, я ее настраиваю, чтобы аварийка постоянно забирала в себя минимальное количество воды. Это никак не влияет на громкость, ее совершенно не слышно. Но в то же самое время взвесь какая-то, она уходит в сам. Ну а сам это техъемкость, мое мнение, как раз таки она... Какая-то грязь, она там и должна находиться. Вот так вот выглядит аквариум уже с этими камешками. Классно, мне нравится. По оборудованию, которое тут будет использоваться, это рифоводовский пенник НТ-150. Показывал я его тоже в прошлом видео. Точно такой же пенник у меня дома стоит. Это вот гидравлика, уже все настроили, накрутили. Первый отсек, видно еще вот немножко соли, потому что на данный момент соленость 34. Досолили соли, вот оно растворится, уже завтра буквально соленость будет порядка 35, что в принципе как раз таки нам и надо. Пенник только вот буквально за час до съемки видео включили, он еще будет недельку где-то прирабатываться. И вот как раз таки, чтобы не было вопросов никаких, чтобы он с ума не сходил, слив из пенника открыт и просто возврат идет в сам. Примерно через недельку, ну где-то даже не через недельку, через 3-4 дня уровень установится. Мы в свою очередь настроим уже на тот уровень, который нам необходим, пенник по помпе. ДЦП-4000 помпа, мы ее на 40% по мощности настроили. Вот видны, в принципе, два датчика автодолива. Это Комоер Ата 1-2 SE, который с отдельной помпой. Сбоку емкость, квадратная емкость, порядка 30 литров. В нее влазит осмоса, и вот с этой помощью, с этой емкости будет как раз таки вода поступать в возвратный отсек. Уровень в возвратном отсеке будет чуть ниже. Вот видно, что датчик
Основной он чуть ниже располагается. Ну, а по емкости могу сказать, кто-то скажет, а почему не стеклянная емкость? Ну, вы знаете, мне нравятся стеклянные емкости. Внешне, как они выглядят, это действительно красиво. Но если нет необходимости вот в таком, как аквариуме для выставки, то мое мнение, вот как раз-таки вот эти вот пластиковые квадратные емкости с широкими крышками, это очень классный вариант, это очень практично, это очень удобно. Поэтому, вот как на заметку могу сказать, что это действительно очень хорошее, очень интересное решение. Ну а по поводу того, что дальше будет, будем видео снимать с этим аквариумом, буду рассказывать, держать вас в курсе, как запуск у нас происходит. Сегодня уже начали лить бактерии, это Seachem Stability. Песок довольно-таки классный, мне нравится эта фракция, буквально 1-1,5 миллиметра, довольно-таки он мелкий, как мне нравится, но и нету какой-то такой пыли, не размывает, поэтому тоже вот если кто-то из Минска, из Беларуси, в принципе песок замечательный, могу вам его посоветовать. Ну а в следующем видео, что мы будем уже делать, подвесим светильник, который BIMS R10 Pro. Пока что еще не совсем решили, как мы его будем вешать. Но вот к следующему видео, я думаю, через недельки полторы, уже однозначно будет понятно, как светильник подвесим. Ну и также, я думаю, это будет многим интересно. Проверим сам по себе BIMS. Посмотрим, что он из себя представляет в плане пара. Параметрам и, наверное, еще что будет большему даже количеству людей интересно, наверное, проверим его пресеты, так называемые. Я думаю, знаете, в последних уже версиях прошивки он начал сам автоматически настраивать световой день расписания, в зависимости от того, какие габариты аквариума, какие кораллы будут. Ну и вот, соответственно, мы проверим несколько режимов. Выберем какие-то определенные кораллы, жесткие либо мягкие. И посмотрим, на каком режиме, какой пар данный светильник выдает. Поэтому подписывайтесь, следите. И спасибо всем за просмотр. Всем удачи!